сейчас мы направляемся к магазину ювелирному. Это английский бренд Эрнест Джонс. Ну, тут вполне такие цены демократичные. У меня лично у самой есть несколько ювелирных изделий этого бренда. Я бы хотела посмотреть, что у них нового, и показать вам. Ой, что плохо. Показывает. Ничего интересного. Вот такие вот кольца. Классические для подарка на свадьбу, да? Видите, какие цены? Вполне такие приемлемые. Это обручалочки тоже. Я так понимаю, что вот эта вся верхняя линия — это обручальные кольца. Вот эти симпатичные. Так, а что у нас тут? Уже кольца другого типа. Такое все простенькое, правда? Вот браслеты. Сколько они? Кстати, недорого стоит. Белое золото. Здесь написано, сколько карат. Очень демократичная цена, так как я и говорила. Но ничего такого сверх. Вот эти колечки симпатичные. Сегодня у нас жарко. Еще и маска. Так, а ну что там? Цепи вот такие. Thank you.
какие-то серьги симпатичные. Для повседневной носки, вот цена, видите, 225 фунтов. Эти по... Не, эти... Да, эти подлиннее. 350. Боже, что тут такое? Браслеты тоже такие. Ну вот видите, цены какие, но и внешний вид нет. Ничего особенного. Недорогие совсем. Для повседневной носки. Боже, такой крик здесь. Это браслеты. Ай! Ничего себе! Это браслеты такие. Вот этот слева с бриллиантиками неплохой. Кулоны, кулоны, браслеты. Вот такие цены, а вот серьги. Хорошая цена. Недорого. Как бы вот и то, что можно показать снаружи, я думаю, это все. Ну что ж. Что ж, на этом, наверное, будем заканчивать. Что все это весь выбор, который... А, вот это я пропустила. Крестик. Цены, видите? Ну вот, весь ассортимент витрины. Это небольшой магазин. У них гораздо больше выбор и гораздо интереснее. Ну что? Всем удачи и здоровья. Серьезно, говорю, не хочет отключаться. Я хочу отключить его. Нажимаю. Так.
пора отключаться, но... Я думаю, что у меня телефон завис, поэтому сейчас буду перезагружать.